Итак, так, мы снова с вами, точнее, я снова с вами, RJ Sniper. И сейчас я подниму свои отекшие ручонки с клавиатуры, перенесу их на мышку, на кнопки, и начну медленно-медленно двигаться. Да, I like to move it, а теперь побыстрее должен бежать, искать этих воркидиков. Так, ой, какой милый розовый воркидик. Он не выживет. Зато тот зелененький будет вполне неплохим пьяницей. Правда? Молодец, ты такой послушный, я тебя просто люблю. А ты... Ты розовый, ты плохой. Ого, какой милый. Да, я, конечно, я пойду за этой тварью. Хо-хо, здоровенная тварюка теперь стала. Надеюсь, другие твари не растут так быстро, как мне бы не хотелось. Нет, нормально, он еще и летать умеет. Мало того, что пьяный, так еще и летает по неплохой траектории. Вот скриптовые работники все сделали. Пираты, вот только не пираты, только не пираты. Я небось сейчас забуду, как правильно их валить. Так к аркидам привык, что хоть тресни. Ого, живучий товарищ, однако. Зрелый стручок, к черту зрелый стручок. Первый помощник, к черту. Первый помощник, елочки-палочки. Все. Мне сейчас будет легкий абзац. Давай, ты должен. Ты должен. Ты... Если. Давай. Давай. Ой. Фух. Живой. А вот этот чувак. Ай-яй-яй-яй-яй. Он мне сейчас сделает геморрой. Большой геморрой. Давай. Убивайся. Ах, елки-палки, да что ж такое? Нет. Майя. Ты же выживешь? Да, ты живая. Ты отправляешься на станцию клонирования, где тебе в очередной раз скажут: спасибо, что воспользовались функцией станции клонирования. Надеюсь, вы помните, что вы бесплодны. Отлично. И надо еще переться через все. Кстати, может быть, есть краткий путь? Или нет? Или да? Или нет, ладно. Вернусь-ка я обратно. Я возвращаюсь обратно. Я долго бегу вперед. Как это мучительно сложно. Сложнее, чем мой последний путь. Да, рифмоплет с меня еще тот. Так, перезаряжаем все пушки. Даже кирбластер, который, если честно, что-то... Не оправдывает пока ожиданий в битве с жирными пиратами. Ладно, все еще впереди. Ну, давай. Run, my baby, you run. Так, собираем все вещи. Давай, открывайся. Открывайся. Такое было, мне уже нельзя взять сверху. Я бегу дальше. Беги, моя, без оглядки. Ведь главная проблема будет впереди. Господи, вот это зубатая была тварюка, которая... Или это не тварюка, кто его знает, но очень похожа на Харибду из древнегорейских мифов. Кстати, всегда готовый поглощающий щит. Вот честно, на 8-м сверхуровне такие вещи нафиг не нужны. Это при том, что в игре 20 миллиардов вариаций каждой пушки, каждого модификатора и так далее. Ну, мой сажатель на кол, и то даже лучше этого всегда готового поглощающего щита. Кстати, вообще, что у меня есть? Так, может кирбластер чем-то заменить? Так, убийца тераморфа, все у меня нормально, все хорошо. Так, надо менять. Так, не то. Нет, не то. Надо поменять кирбластер. Менять кирбластер. Адский огонь, кстати. Неплохая штука при правильном использовании. Все-таки надо взять. Итак, встретим противника с огоньком. Так, господи, что? Залипание в текстурах. Какая красота. Так. Ой, не залипание. Ой-о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 й. Как мимо? Это уже не мимо. Давай. Гори мой. Давай.
Давай, Гарри, ты должен возгораться. Нет, не зарывайся в землю. Не-не-не-не. Тоже мне тут дрожь земли устроил. Гробоиды и то лучше там, чем ты. Варкит. Не знаю, как тебя там звали, но надеюсь, ты... Это достойно для тебя смерть была. Так, теперь я должен буду встретиться с кучей разных варкидов и добежать до своего бедного, пьяного в доску. Стоп. Синий-желтый варкит. Щена в Мерла Украина. Ёлки-палки. Так, а вот это уже ёлки-палки. Да такие еще. Стоп. Как мог вылупиться, если... Все, вот сейчас начнется ад. Кстати, так можно пресноруки червоеды растить. Хотя, ой, сейчас меня будут бить. Очень больно, очень больно. Если я сейчас буду отправляться в борьбу за жизнь и на станцию клонирования раз 10, не удивляйтесь, это нормально. Даже очень нормально. Так, ой, опять я промазал, да ш... Опять! Вот, и вот... Руки на самом деле у меня очень даже ровные, но варкиды, видимо, настолько ровные, настолько гладкие, настолько твердолобые, что убивает меня с легкостью. Майя, бедная Майя. Люблю играть за Зеро по той причине, потому что когда он падает замертво, не видно его умирающего открытого лица, точнее открытых глаз. А Майю видеть как-то мертво не очень приятно вообще. Девушка красивая, но смерть для девушки это плохо. Так, может быть, тут все-таки есть короткий путь, чтобы не мучить нашу девочку. Хотя, кто знает, вдруг она, наоборот, любит насилие. Чтобы к ней рвались, чтобы ее боялись, чтобы ее били, резали, убивали. Она в ответ делала то же самое. Everybody wants to see you down. Everybody wants to see you on the ground. Everybody wants, she wants that they use her, abuse her. Come on, get it, cause everybody wants something from her. Grab her, stab her, come on and get her. Cause everybody wants something from her. La-na-na. Капец, неужели гробоиды так разжирели, что я даже их не могу убить? А нет, могу. Но их ловкость меня выводит из себя. А еще я очень люблю крабиков, но не люблю, когда они меня не любят. Как? Сингулярность должна была на вас подействовать. Ёлочки без палочек, ну красота моя. Ох, это он попрыгунчик. Прыг, сколько этот крабик-молоток. Так, пора отсюда валить. Если не можешь прибить, приди позже. С плазмоганом и уничтожь. О, яйцо. Яйцо явно переболело ветрянкой. А тем не менее, я должен идти искать проход. Естественно, его нету. Я кадр. Я самый несусветный кадр. Потому что я должен снова возвращаться обратно. И я не могу убить этих двух крабиков. Вот хоть тресни, господа, друзья, товарищи, но я привык играть в Borderlands вообще во всю серию. Ради там сюжета, путешествий, атмосферы. А не ради того, чтобы садить в очередного крабика, которого нельзя убить с обычной двухстволки, целую обойму вызова общества, ну ей-богу. Стрелялка в шутере RPG на самом деле не должна быть такой важной. Для этого есть много других шутеров, в которых она раз-то куда лучше. И вообще, боевка, стрелялка в Borderlands можно такое сделать, столько нововведений, а Gearbox даже не... Даже поскупились на какие-то обычные патчи, в которых не только латают баги, которых в игре до сих пор достаточно. Ну и добавление каких-то приемов рукопашного боя, которые уже давным-давно не забили, запинали ногами и так далее. Там добавить какую-то дополнительную способность, типа выстрелил в ногу и противник реально упал. А то
попал в противника, он вроде бы споткнулся там и тому подобное, но все равно. Ну, нету такого чувства, что веришь. Нету. Хоть тресни. А еще я не верю тому, что я все-таки пошел по этому пути, хотя он неправильный. Я должен снова идти через тех варкидов, которые твердолобые, как быки. И я не Сильвестр Сталлоне, который способен перескочить через быка, усесться на него и помчаться навстречу закату. Хотя было бы достаточно прикольно. Хотя лучше купить кабриолет и с какой-нибудь красавицей взять и понестись на рассвет. Сразу вспоминается песня Ляписа Трубецкого «Гали-Гали», для которой я даже в свое время придумал третий куплет, но не буду мучить вас. Нет, куплет как раз очень позитивный. Но вот недавно ляписы разошлись, точнее они сейчас дают последние концерты, такие, чтобы отгреметь и остаться в памяти молодыми, веселыми и поэтому лучшими. Так что сейчас я разобью это яйцо и пойду разбираться с этими варкидами. Все-таки, где же мой Гарольд? Он должен у меня где-то быть в инвентаре, но так же лень. Проще добежать до варкидов, чем полезть в рюкзак. Кто знает, может быть, сейчас я снова попадусь им под жвалы. Меня раздолбают и так далее. I won't they abuse me, use me, come on and get me, 'cause everybody wants something from me. Но я целюсь просто как... Я кадр. И Майя благодаря мне тоже кадр несусветный. Так, наконец-то я тебя шлепаю. Я должен тебя пришлепнуть. Господи, мало того, что он непробиваемый, так еще здоровье у него восстанавливается как на собаке. И то собаки должны быть в метамфетаминах и в мутагенах. Ай-ай-ай. Таран-таран-таран-таран. Нет. Ух. Давай. Да елки-палки. Так, надо искать Гарольд. Но не сейчас. Время не то. Так, может быть, я добегусь-таки до этого варкидика. Да, я должен его добежать. Не можешь противостоять, беги до своей цели. Все-таки цель важнее какого-то там гигантского жука. Ай, меня бьют. А я захватываю и убегаю. Вот, пьяный варкидик. Ну что, ты вообще оклемался? А, нет, не оклемался. Это может быть и радость. Так, ну и что ты... Отлично. Все, ты меня оставляешь на растерзание этих... занозом, этим мордоворотом, этим пластическим жваловым хирургом. За что ты меня? Стоп, куда он ушел? Стоп, там есть проход. Ай-яй-яй-яй. Ай, меня бьют. Меня все равно бьют. Меня бьют. Я не могу. Я должен прибить этого. Нет, скорее он прибьет меня. Ну-ну. Уху! Давай. Одним хоть меньше. Ну да, и мною меньше. Сейчас он зароется под землю. Да, он зарылся под землю, и я остался ни с чем. Да, видимо, вся эта серия по части по Трахенбахену затянется еще на одну серию. Затем еще одного слива. Но в любом случае, метод проб и ошибок. Такова жизнь. И заметьте... Жизнь карает за ошибки куда жестче, чем даже та же Borderlands. Хотя, с меня сняли кучу денег. Кошмар. Так, все-таки ищу Гарольд. Где же этот Гарольд? Я, может быть, не буду искать. Нет, надо все-таки найти. Я же должен его найти. Так, бойня. Это нет. Листаем. Гарольд, родной, двойного проникновения. Сколько ж я раз выстрелил? 3, 5, 7. Честно говоря, я сбился где-то на 9. Так, ну что? Тут ничего. Побежали? Ну. То, что мне мешает в этой жизни. Так, и нужно какой-нибудь... Хорош. О, дополнительная комплектация, елки-палки, что я морочусь? Сейчас будет такое сопротивление, что... Мама, не горюй.
Но у меня закончится сейчас время, так что я с вами уже потихоньку прощаюсь. До третьего видео, оно будет, считайте, вот с момента на момент. До свидания.